Если бы мне сказали, что я, Джейсон Стейтем, в 2027-м отмечу свой юбилей в России, я бы посмеялся. Когда узнаете, как так получилось, тоже поржете. Не перематывай, смотри. Ну давай быстрее, там уже скоро начнется, ну. Ты подожди, сейчас все. А что тут происходит? А лучшие друзья поздравляют Джейсона Стейтема с юбилеем и желают оставаться таким же крутым. Вы так заморочились! Да, Арсен даже на дерево лазил, чтобы смс-ку отправить. Блин, спасибо большое, так здорово! А, ну, собственно, и мы тоже поздравляем Джейсона Баевича и дарим ему этот хит. Ну, давайте потанцуем! Ну? Ты где взял такую кепку? Да у метро там раздавали. Я ж тебе говорил, ну не вкладывайся в безалкогольное пиво в России, не попрет. Да все нормально, бабки в деле. Я просто не первый раз уже сюда к Джейсону в гости приезжаю. Джейсон, братан, я скоро буду. Какой у тебя дом? Самый крутой. Да скажи быстрее, у меня сейчас здесь связь закончится. Ну, отлично. Ладно, сам как-нибудь найду. Все, приехали. Я дальше не поеду. В смысле, не поедешь? Ты ж беспилотное такси. Вот именно. Если у тебя телефон не ловит, значит и я скоро ловить перестану. И останусь здесь. Все, почти не слышу ничего. Все. Ага, поеду я по этим колдобинам. Сам пару километров пройдешь, не железный. Ладно. Тут, по идее, полчасика всего идти. Ой, поле моей воли. Ой, поле.